Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Якасць дарог – сапраўдный бренд Беларусі. Ямачны рамонт сёлета правядуць у вельмі сціслы тэрмін. Дыялог з уладай. Памочнік прэзідэнта Рэспублікі Беларусі, інспектар па Гомельскай вобласці Юрый Шулейка заўтра выслухае звароты жыхароў рэгіёна. Менш перашкод, больш ініцыятывы. Дэкрэт нумар 7 і вядзенне бізнесу па новых правілах. Меркаванне экспертаў і канкрэтныя прыклады ў нашым рэпартажы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустрэнецца з журналістамі ў тэлестудыі Белтэлерадыёкампаніі. Адпаведная інфармацыя размешчана ў акаўнтах агенцтва тэлевізійных навін ў сацыяльных сетках. Адзначаецца, што ў інтэрнэт-карыстальнікаў ёсць унікальная магчымасць перадаць сваё пытанне Александру Лукашэнку. Дасылаць іх можна на паштовую скрынку «Вапрос номер 1 собака tvr.by». Беларускі лідар у рамках сустрэчы з прадстаўнікамі СМІ адкажа на самыя арыгінальныя пытанні. У Гомелі ўзнагародзілі пераможцаў конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь-2017 года». Цырымонія адбылася ў рамках рэгіянальнага дня якасці. У ліку лаўрэатаў рэспубліканскага конкурсу 27 прадпрыемстваў нашага рэгіёна. Дыпломамі адзначаны 38 тавараў у 5 намінацыях. Ўзнагародзілі таксама пераможцаў па спецыяльных намінацыях «Лепшы ў рэгіёне» і «Стабільная якасць». Конкурс «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» праводзіўся ў два этапы – абласны і рэспубліканскі. На апошнім камісія ўлічвае меркаванні спажыўцоў. Акрамя дыпломаў, вытворцы атрымліваюць права размяшчаць лагатыпы конкурсу ў рэкламе і на упакоўцы сваёй прадукцыі. Толькі ўзнагароджаннем «Лепшых» дзень якасці не абмежаваўся. Удзельнікі, а сярод іх былі прадстаўнікі вядучых прадпрыемстваў рэгіёна, падвялі вынікі работы па павышэнні якасці прадукцыі і вызначылі задачы на перспектыву. Тут на першае месца выходзіць укараненне і далейшае ўдасканаленне сучасных сістэм менеджменту якасці. Правительство по поручению президента утвердило комплекс мер по внедрению эффективного менеджмента в нашей стране. Основная задача – повышение компетентности персонала, повышение компетентности руководителей, как я уже говорил, внедрение эффективных систем менеджмента, внедрение современных техник управления качеством, которые сегодня во всем мире очень распространены. И бесспорно, это участие во всех конкурсах. Ямачны рамонт дарог сёлета правядуць у вельмі сціслыя тэрміны. Гэтаму пытанню быў прысвечаны вялікі семінар, які прайшоў у Гомель аўтадары па даручэнні старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзіміра Дворніка. На сустрэчу запрасілі кіраўнікоў усіх службаў, якія маюць дачыненне да абслугоўвання дарог. З падрабязнасцямі Марына Джалая. Тэма вельмі актуальна не толькі для прадпрыемстваў, які адказваюць за стан дарог. Гэта надзённае пытанне і для кожнага аўтамабіліста. Вядома, што бяспека руху сур'ёзна залежыць ад якасці дарожнага пакрыцця. Пры наяўнасці участкаў з ямамі і калдобінамі увага вадзіцеля цягваецца на тое, каб віртуозна іх аб'ехаць. Таму назіраць за дарожнай сітуацыяй становіцца складана. Спецыялісты абяцаюць, што хутка праблема будзе вырашана. Па фінансаванню, в прынцыпе, сейчас вот именно на подготовку автомобильных дорог к летней эксплуатации, которая у нас должна завершиться к концу апреля, в принципе, финансовые ресурсы у нас все есть. Но проблема у нас в чем сейчас состоит? Зима, вы знаете, была очень затяжная, поэтому сроки у нас крайне ограничены. Удельники семинару не только обмерковали ключевые моменты подчас теоретичной частки. Яны наведали участок одной из республиканских дорог, где проводится ямочный ремонт дорожного покрытия с выкористанием нескольких сучасных технологий. Некоторые из них, до речи, можно выкористовать у любый сезон года. Тады чому нават самые новые материалы оказываются недолговечными? Рубка «Ультадор» обслуживает республиканские автомобильные дороги, которые имеют до 70% просроченные межремонтные сроки. И, видимо, это будет являться основной причиной. Мы делаем ямочный ремонт на тех покрытиях, где уже несколько лет назад должен был пройти капитальный ремонт. Одна из главных мет семинару – организовать работу так, как стислые термины, у которые треба провести ямочный ремонт, не поуплывали на его якость. Разом с республиканскими дорогами проблема ямочного ремонта востро стоит и для дорог мясцового значения. Этой работой мы уже начали заниматься. В целом будет работа выполняться разными методами. Это и струйно инъекционными методами ремонта асфальтобетонных покрытий, это и методами карт, методом ремонта асфальтобетона. В целом за
апрель месяц мы планируем завершить работу по всем основным направлениям. Протяглость дорог республиканского значения по территории Гомельской области – около 2300 километров. На ямочный ремонт, нанесение разметки, инженерные работы спотребится около 2-2,5 миллионов. Должение дорог мясцового значения с асфальтобетонным покрытием – свыше 6 тысяч. За красовик на першочарговые ремонтные работы будет выделено около 3 миллионов рублей. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». З надыходам теплых дзён на Гомельшчыне активізаваліся работы по добраўпарадкаванню населеных пунктаў. Причым размова ідзе не толькі об навядзенні парадку на зямлі. Олег Сентюроў наведаў город Ветку. З уліком того, что зараз на Гомельшчыне ў парадак проводзіцца усе райцэнтры, наўрад ці Ветку можна назваць паказальным городам. Але тое, што цяпер гэта сапраўды прыгожы город, факт несумненны. Маштабная работа по добраўпарадкаванню тут пачаліся ў мінулым годзе. Тады увагу надалі ў тым ліку практычна ўсім цэнтральным вуліцам Ветки. Сёлета рухацца больш зручна стане яшчэ па некалькіх гарадскіх дарогах. А 6 уліц, которые также будут благоустроены с покрытием асфальтным новым, тротуарными дорожками. Опять же, мы продолжаем работу по благоустройству нашего, значит, озера Ставок, где заканчиваются работы с установлением каких-то малых архитектурных форм, детские площадки. Некалькі десятилетий тому озеро Ставок у Овеца по крыху зарастало травой, мело вельми неприглядный выгляд и выкрестовывался только что на купале, когда на березе палили вогнище. На початку тысячегодия водоем почали проводить у парадок. Все это тут меркуется открыть остров Кахання, куда после регистрации у ЗАГСе будут приезжать молодые. По сутности, озеро становится еще одним знаковым местом Ветки, причем частку работ плануется выполнить силами местных организаций. Не все работы по добропорядкованию проводятся только за бюджетный кошт. У речи навести парадок на земле после зимы можно и бесплатно. Причем это как у властных подворков, так и территории организации, как у даденном выпадку Ветковской средней школы. Такие работы не потребуют ни некой специальной квалификации, ни значного часа. Иншая справа, что в связи с поздней весной навести парадок необходимо у короткий термин. Сдать объект ранее запланированного часу обещают и будовники Ветковского бассейна. Сегодня тут працуют около 200 человек, причем працовный день протягивается недели до 21 вечера. На минулом тыдне, когда велись бетонные работы, працевали увогуле круглосуточно. По словам представников генподрядчика, самый складанный этап пройдены. До речи, неколи бассейн был у сучасной Ветковской гимназии, але за складанностью эксплуатации его закрыли еще в 90-х годах минулого стагоддзя. Завершена монолитная работа, закончена большая малая чаша плавательного бассейна. Идет перекрытие большой чаши и выходим полностью на отделочные работы. Наружные сети и благоустройство. Олег Сентюроў, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Зветки. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко выслухает звороты жыхароў региона. 10 красавіка у Ветковском райвыканкаме он проведе прямую телефонную линию. По ее завершении отбудется прием громадян, який Юрий Шулейко проведе разом с депутатом Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Миколаем Васильковым. Попередняя запись на прием по номеру телефона у Вецы 2-12-30. Умацаваць эканоміку ў рэгіёнах закліканы пакет новых дакументаў у сферы прадпрымальніцтва. Указы і дэкрэты па лібералізацыі бізнесу прыняты нядаўна, але вынікі не прымусілі сябе чакаць. Як новыя правілы мяняюць жыццё простых беларусаў і да якіх перспектыў могуць прывесці бізнес-ідэі, даведаліся нашы корэспандэнты. Стартовый капитал, субсидия от державы, плюс добрая идея и бизнес открыты. Полгода тому гамельчанка Мария Остапенко открыла детячий гульнявый покой. А пошний месяц працую по новых правилах. Со з'явлением 7-го декрета я ее приватный проект отримал додатковые махчимости. Замест одной послуги теперь 7. Вести бизнес по принципе жадания клиента закон зараз стало больше реально. Мы работаем по предварительной записи, то есть, по сути, по желанию клиента. То, что сейчас режим работы согласовывать не требуется с местными властями, во многом облегчило нашу работу. Недалеко отсюль уникальная для Гомеля крама. У одном месте собраны работы сотни майстров с Беларуси и России. Место на реальной ці виртуальной полиции может арендовать любой жадаючи. И по словам уладальника у крамы, таких людей становится только больше. Импульсом послужил той самый пакет документов у сферы предпринимательства. Разумеется, больше поток и мастеров, и ремесленников, и в том числе и дизайнеров. Популяризация самозанятости – это большое дело. Что декларировало сейчас государство – это, по сути, основа жизни государства и основа ответственности каждого. С
Сярод бонусаў дэкрэта – мінімізацыя праверак, а таксама санітарных і супрацьпажарных нормаў. Аднак аўтары новых дакументаў удакладняюць. Бачнае памяншэнне абавязкаў надало адказнасці. Цяпер прадпрымальнікі самі кантралююць і адказваюць за бяспеку вядзення бізнесу. Сейчас я раскатываю тесто на імбірныя пряники, потом отправлю в духовку на 15 минут и все готово. Святлана Купрыяшенко пацяпленне бізнес-клімату таксама адчула на сабе. Калі адважылася на ўласную справу, высветлілася, што нічога адкрываць не трэба. Гэта вызначыў указ нумар 337. Заяўны прынцып дазваляе не рэгістраваць ІП адразу ў 30 выпадках. Толькі ў Гомельскай вобласці за тры апошнія месяцы колькасць тых, хто працуе па гэтых накірунках, стала больш амаль на 170%. Я пішла в налоговую, мне все объяснили, с собой у меня был только паспорт, я написала заявление, за 15 минут мне все оформили, и с следующего дня я могла заниматься тем, что мне очень нравится. Самыя важкія змены сканцэнтраваны ў дэкрэце нумар 7. Больш не трэба ўзгадняць вонкавую рэкламу і рэкламу на транспарце. Юрыдычныя асобы цяпер могуць працаваць без пячатак, а арандатары рамантаваць памяшканне без дазвольнай дакументацыі. Калі раней на адкрыццё гандлёвай кропкі магло сысці паўгода, зараз значна менш. І самае галоўнае, да 2020 года дэкрэт ставіць табу на павышэнне існуючых і ўвядзенне новых падаткаў. Каб расказаць насельніцтву аб усіх нюансах, у гомельскім рэгіёне адкрылі гарачыя линии. Комитет государственного контроля готов каждому гражданину, который обратится, либо юридическому лицу, который обратится на эту горячую линию, разъяснить нормы этого декрета. Эксперты кажуць, новые правила еще проявят себе. И разняволение бизнес-инициативы станет больше видовочным. Але нават теоретично это прорыв. И не крок, а великий скачок у либерализации бизнесу. Дякуючи этому, колькость предпринимальников повинна повеличиться. Меры либерализации позволят в перспективе создать условия для привлечения иностранных инвестиций в нашу республику, а это позволит развивать инновационный потенциал и создать новые условия для производства, организации и финансирования. Ганна Кавалёва, Ганна Каральчук, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленавин». Малая радзіма – гэта не толькі любімыя вуліцы і мілыя сэрцу краявіды. Гэта ў першую чаргу месца здабыцця духоўнай сутнасці. У аграгарадку Рагінь Будакашалёўскага района мясцовыя жыхары сваімі сіламі вядуць будаўніцтва царквы. Дмітрый Котаў пабываў на месцы, дзе ў хуткім часе адкрыецца новы праваслаўны храм. Царква ў Рагіні існавала амаль са з'яўлення населенага пункта. Пры ёй працавала прыхадская школа, дзе навучаліся дзеці. У 30-х годах мінулага стагоддзя храм разбурылі. Драўляны будынак пашкодзіў пажар. Доўгі час пытанне аб аднаўленні не стаяла. Будаваць новы храм было вырашана ў 2013 годзе падчас сустрэчы выпускнікоў мясцовай школы. Там сабралі все выпускнікі, все жыцелі. Было народу очень много. І вот там узлоў Віктор Владимирович. Даря икону Николая Чудотворца, сказал, что когда-то здесь был храм, и предложил восстановить храм все вместе. Его, конечно, люди все поддержали, и вот спустя некоторое время односельчане начали откликаться на этот зов. И вот на сегодняшний день вы видите результат. Фундамент новой церкви заклали в 2016 году. Этому попередничала вялізная информационная работа с уделом мясцовых жыхароў. У раце был знойдены, а после реставрованы вот гэты камень, который свечить об наявности у агрогородку церкви. Его усталявали на месцы нового храма. Освящение перед початком будовництва проводил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Сегодня работы практически завершены. Мастачка Наталья Толкачева веде роспись храма. У Рагинь она приезжает с Гомеля амаль что день. Здесь же еще 4 полусферы помимо купола. Ну, тоже еще на каждую, наверное, по месяцу, если не больше. Потому что там образы будут. Ну, херувимы немножечко проще для меня, скажем, писать, потому как чаще и больше. Ну, то есть это уже, ну, одну деталь отработала и уже делаешь. А образы над каждым же образом надо через сердце пропустить. С ним надо работать, его надо создавать. Мясцовым жыхарам раней, каб трапить у царкву, необходимо было ехать у Будакашалёва, а это больше за 20 километров. Пожилым людям не завсёды было зручно. Представляете, если у нас построят церковь, сколько у нас будет народу? Потому что все хотят, всем нужно. Это живительное благо. Это, знаете, как в оазис. Кажется, тяжело, зной и все. Пришел и отдохнул. И сразу легче на душе становится. И кажется, все проблемы решаются быстрее. И это не только
мое мнение, это многих моих сельчан. Церкву поспробують открыть до конца мая, как раз до святкования Троицы. И у агрогородку Рагинь знов з'явится место, где люди могут отримать душевный покой и равновагу. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район. 12 красавіка у кінотеатрах країни стартує прокат мастацького фільму під назвою «Не гульня». Картина, створена на кіностудії «Білорусьфільм», присвячена стагоддю Узброєних сил Білорусі. Гэта повнометражний гульнявий фільм у жанры драми. Центральні теми – сябровство, кохання, перадоління себе, героїзм і подвиг. Глядачі убачать танкові битви і реконструкції боїв часов Великої Айчинної війни. Здымки проходили у Мінську, на лінії Сталіна, Кургані Слави, у военном городку у Печах. Консультантами картины выступили представники Министерства обороны Республики Беларусь. Гэта и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далей у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развітваюся, усяго доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто, в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Свыше 20 градусов и без дождя. Синоптики обещают почти летнюю погоду на начало недели, а вместе с теплом приходят и новое подтопление. Паводок затронул уже 4 района – Петриковский, Мозырьский, Добрушский и Рогачевский. Количество пострадавших подворий выросло до 115. Под водой также 8 участков дорог, 18 подвалов жилых домов и 68 хозпостроек. Работники МЧС круглосуточно проводят мониторинг паводковой ситуации. Созданные на территории региона 4 сводных отряда готовы в течение 6 часов произвести передислокацию в любую точку Гомельской области. А вот в следующих ЧП погода не виновата. Два из них произошли в субботу в Калинковичском и Жлобинском районах. Там горели жилые дома. В первом случае здание уничтожено полностью. Труп хозяина дома обнаружили под обломками строительных конструкций. В Жлобинском районе при проведении разведки звеном газодымозащитной службы в горящей комнате на полу в бессознательном состоянии были обнаружены пенсионерка, хозяйка домовладения 1940 года рождения и ее сын 1967 года рождения. Оба были переданы работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали их смерть. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Похожая трагедия произошла на следующий день в Будокошелевском районе. Здесь, в одной из комнат горящего здание в деревне Кривск был найден хозяин дома и его брат. Оба мужчины погибли, и вновь одной из рассматриваемых версий стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Вместе с тем огнем уничтожена кровля на площади 30 квадратных метров, повреждены потолочные перекрытия и имущество внутри. Во всех случаях проверку по факту гибели людей проводит следственно-оперативная группа. Не менее жарко было и на дорогах региона. Зарегистрировано 52 ДТП. К несчастью, без жертв и пострадавших не обошлось. Трагедия произошла поздно ночью на трассе М5 в Жлобинском районе. На 213-м километре под колеса «Фольксвагена» попал 42-летний пешеход. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. На данный момент проводится проверка. Еще одно ДТП произошло в Лирическом районе. На закруглении дороги 23-летний мотоциклист неправильно выбрал скорость. В результате не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. С травмами молодой человек был госпитализирован. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Концовка женского гандбольного чемпионата Беларуси обещает быть жаркой. Гомель и БНТУ «БелАЗ» сыграли очередной поединок в нынешнем сезоне. Первое из четырех запланированных календарем на втором этапе чемпионата противостояния лидеров женского клубного гандбола проходило на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. У хозяек права на ошибку не было.
Очередное поражение серьезно осложнило бы дружине Томаша Чатера задачу по сохранению чемпионского титула. По итогам первого этапа Гомель отставал от Политеха на 4 балла. Шестиочковый отрыв отыграть за 3 оставшихся поединка было бы весьма проблематично. Несомненно, результат давлел над командой Томаша Чатера. К счастью, с этим давлением гомельчанкам справиться удалось. Первый тайм оставил соперникам равные шансы на победу 12-12. По ходу первого получаса игры хозяйки вели 3 мяча, однако до сирены на перерыв преимущество растеряли. Во втором тайме лидер менялся несколько раз, и к заключительным минутам на табло закономерно горели равные цифры 25-25. В концовке крепче нервы оказались у хозяек паркета. Схлопотавшее двухминутное удаление Анна Голубева оставила БНТУ в меньшинстве до самой финальной сирены. Точный бросок Анны Редьки вывел Гомель вперед. У команды Константина Шароварова еще оставалось время на то, чтобы свести поединок ничьей. Во время последнего штурма дело до броска так и не дошло. Шанс был и после финальной сирены. БНТУ получил право на 9-метровый. Брешей во внушительной гомельской стенке Анастасия Мазго не нашла. 26-25 – важная победа Гомеля. В принципе, мы прервали эту череду неудач. В общем, у нас сегодня не все получилось, но на характере, я думаю, немножечко у нас нервишки подгуляли, но в конце подсобрались, и победа эта нам очень нужна была. Тяжелая игра за нас, за БНТУ немножко меньше, все равно у них 4 очка больше от нас. Поэтому мы наиграли сегодня спокойно, но могу сказать, то, что договорились, больше всего этого отыграли. Сегодня было очень тяжело в нападении. Поэтому я их поздравляю. Выдержали игру до конца. Игра ломалась целую игру, целых 60 минут. И поэтому, ну, слава Богу, просто поэтому, да, может, девушка немножко больше уверовать сейчас в себе. Больше загон будет на тренировке. Выиграли, получили 2 очка, но склонили, поэтому можно следующую игру немножко спокойно. Следующий поединок между Гомелем и БНТУ состоится 18 апреля на площадке столичной дружины. В чемпионате Беларуси по мини-футболу до финиша регулярного этапа командам осталось провести по 3 поединка. В 27-м туре без очков из представителей нашего региона остался только Светлогорск, который на выезде в очень результативной игре уступил ведущему борьбу за 8-ю строчку Граниту из Микошевичей 6-9. Гомельская команда ВРЗ обыграла Борисов 906-2 и сохранила лидерство в турнирной таблице. Еще одна гомельская дружина БЧ в 27-м туре укрепила свои позиции в зоне плей-офф. На домашнем паркете железнодорожники обыграли брестский «Аматор». Проблемы у хозяев были, пожалуй, только с реализацией собственных моментов. Гомельчане быстро повели в счете. К 8-й минуте на табло горели цифры 2-0 в пользу БЧ. Цели достигли удары Кускова и Казака. Казалось, что брещанам никуда не деться от разгрома, однако следующий точный удар зрители на трибунах увидели спустя 26 минут игрового времени. Правда, дружины выдали ударный голевой отрезок. Сначала Перемитин сделал счет 3-0, спустя минуту Кусков оформил дубль. Вскоре уже железнодорожникам пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. «Аматор» довел до логического завершения быструю контратаку. Окончательный счет игры на 38-й минуте установил Шиловский 5-1 в турнирной таблице БЧ на 6-й позиции. Не реализуем свои 100% моменты, после этого начинаем мучиться и много чего не получается. И на морально-волевых приходится доигрывать концовку. Гомель потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу в высшей лиге. Во втором туре зелено-белые на выезде играли с Могилевским Днепром. Исход матча решил один точный удар. Победу хозяевам на 75-й минуте принес Барсуков. В турнирной таблице Гомель с 1 баллом в активе располагается на 12-м месте. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.